каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за свою родину, свою землю и ее историю, свою страну и свой народ. В канун самого главного праздника России прошел всекубанский урок победы. Помним, гордимся, наследуем. В лицее номер один школьники собрались возле памятной стелы выпускникам и учителям школы, участникам в боях в Великой Отечественной войне. Хотелось бы сказать, основная цель этого мероприятия, конечно же, это патриотизм, воспитание чувства патриотизма через каждую строчку стихотворения, через исполнение песни каждым ребенком. Поэтому с чего начинается «Родина»? Это песня, которую исполняет вся школа. «День Победы» — это тоже песня, исполнялась всей школы. Нам кажется, что если ребенок исполнил эти слова, он прочувствовал до конца все то, о чем переживаем мы, взрослые, о чем переживали отцы и деды, прадеды в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы надеемся, что такие мероприятия действительно заложат основу внутреннего чувства гордости за свою родину и ответственности за нее. Во время классного часа ученики вспомнили об истории войны, о 27 миллионах жизней, которые оказались платой за чистое небо над головой. Многим ветеранам Великой Отечественной войны уже за 90. Их с каждым годом становится все меньше. И нынешнее поколение в основном узнает о военных событиях из фильмов и книг. Поэтому так важны рассказы о войне героев дней минувших. Они позволяют нам не забыть о мужестве нашего народа. Именно поэтому главным гостем урока победы стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Шевцов. За период Великой Отечественной войны и послевоенные годы историю Великой Отечественной войны оставили военные начальники, полководцы, командующие фронтов. Но среди солдат, рядовых солдат, были тоже те, которые описали в книгах, мемуарах, своих воспоминаниях далекое прошлое. Для учеников первого лицея всекубанский урок победы особенный. 19 выпускников школы номер один станицы Славянской в первые дни войны ушли на фронт. Трое из них стали героями Советского Союза. А всего маленькая станичная школа дала стране 7 героев Советского Союза. Я безумно рада, что у меня есть возможность присутствовать на таких праздниках. Я рада и благодарна школе, что она устраивает такие классные часы, потому что это действительно очень важно. Важно воспитывать подрастающее поколение, помнящими эти страшные годы войны. Для каждого из нас, да, я думаю, так, ну, для меня, как и для всех, это память, это честь. Мы гордимся подвигом наших предков. Это очень важный праздник, который все должны помнить, не забывать никогда тот подвиг, который совершили наши предки. В нашей стране много праздников – светлых, веселых, торжественных. Но ни один из них не может сравниться с праздником Победы. Долг каждого человека – сберечь память о войне, которая вошла в каждый дом, в каждую семью. Помним, гордимся, наследуем. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Специально для праздничного выпуска программы «События».